Всем привет, любителям тихой охоты. Сегодня середина октября, решил прогуляться в лес за грибами, погулять по опушке леса и полюбоваться природой. В планах у меня сегодня входит насобирать хотя бы на грибной супчик. Получится или нет, я, конечно, не знаю. Вот. Но перед походом в лес я хотел бы подержаться, в кавычках назовем это так, за грибную косу, которая принесла мне удачу в предыдущих роликах. Ну что, вперед в лес за грибами. Перед входом в лес я хотел бы сказать, попадайтесь грибочки, большие и малые, но не старые. Вперед в лес за грибами. Все, результат у меня есть. Вот сейчас визуально вы даже не видите этот, наверное, гриб. Он сливается полностью с упавшей листвой. Вот он, беленький. Сейчас мы посмотрим, в каком он состоянии. Ай, красавчик, красавчик, красавчик. Ай. А, под березой, под березочек. Но я думаю, что нормальный. Ай-яй-яй-яй-яй. Первый мой грибочек. Так что уже начало для супа у меня есть. Так, итак, посмотрим, что представляет из себя этот гриб. Ну да. Ножка в хорошем состоянии. Так, смотрим шляпочку. Да, берем этот гриб под березочкой. Опушка леса, и метров 100 отошел. И вот они, два подберезовика. Два взрослых подберезовика. Я бы назвал два друга пенсионера, наверное, в возрасте уже. Но сейчас мы посмотрим поближе, что они себе представляют. Да, это подберезовики. И два пенсионера. Посмотрим сейчас. Что интересно, вот на всех трех грибах, которые я нашел, внутренняя часть, она загибается вверх. Обычно летом все наоборот происходит. Шляпочка вниз идет. Что представляют из нас эти грибы? Ну да. Беленькая. Смотрим шляпку. Ну, я думаю, берем хороший гриб. Так, и второй посмотрим сразу. Так. Да, беленькая. Что нравится сейчас мне в лесу очень, что абсолютно нету никаких комаров, нету такой жары, и грибочки уже не червивые идут. Берем два красавца, два пенсионера. Вперед в корзинку. Так, и украшение грибного леса, это, конечно же, мухомор. Куда же без него? Я, кстати, очень сильно удивлен, что я посмотрел ролики, а мухоморы некоторые даже едят. Считается, что его даже можно немного скушать. Но я это никому не рекомендую. Но красиво, красиво. Куда без мухомора? А, ребята, наконец-то я нашел. Смотрите, вот камера снимает в таком же режиме, как видят мои глаза. Вот вы видите сейчас грибы или нет? Ну, хотя я уже визуально показываю. Здесь три грибочка. Ну, вот смотрите, как их можно найти. Смотрите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как они спрятались. Красавчики, красавчики. Давайте посмотрим, что это за грибы. Ай. Так. Ай. Ай. Что это за гриб? Я не знаю, это поганка какая-то. А-а-а. Но это точно мой друг. Это беленький красавчик. А, ну-ка, давай-ка, пойдем в корзиночку. А, красава, красава. На солнышке как ты играешь. Ай-яй-яй. Ой. Так, так, еще, я же еще видел. Я даже вот, а, вот, смотрите. Вот Вы даже сейчас, наверное, не видите гриб. А вот он и подберезовичек. Ай, красава. Молоденький, хорошенький. Приятно, приятно такие грибочки находить. Так, результат у меня уже грибной есть потихонечку. Смотрите, а. Приятно, приятно. Ну все, на супчик я уже в любом случае насобирал.
Небольшой, конечно, урожай, но он есть. Самое главное, это прогулка по такому лесу. По осеннему теплому лесу. Плюс 16 градусов сейчас. А, красота. Хотел бы посмотреть, что из себя представляет белый гриб, червивый он или нет. Но здесь слегка пока все неудачно. Ага, вот нормально. Ну, здесь твердый, упругий гриб. Красота, ребят. Так, и посмотрим, что у нас с подберезовичком. Ну, здесь вопросов вообще к нему нету. Хороший. Красавчик. Октябрь приносит грибы. Круто. Ну что, смотрим опять моими глазами. Видим грибы или нет? Ну, надеюсь, мухоморы вы заметили. А беленькие, думаю, нет. Смотрите. Как спрятался, а? Красава. Как он спрятался. Тяжело находить такие грибочки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну давай. Выходим. Ай. Красава. Беленький. Вот я еще. Ну соседи, конечно, вот они какие. Красавчики, мухоморы, а. Вот я еще заметил. Видите? Мне кажется, это беленький. Смотрите, как спрятался. Я его заметил только сейчас, я его только заметил. Ой-ой-ой-ой-ой, тверденький, упругий, а? Красавчик. Ой-ой-ой-ой. Прекрасно. Ай-яй-яй-яй. Как играют на солнышке беленькие, а? Так, ну что, посмотрим. Ну, отлично. Я думаю, отличный. Берем такие грибы. Хотел бы показать грибочки, которые пойдут у меня на грибной супчик сегодня. Ну, плюс еще в корзиночке лежат пару штук. Ребят, не удержался показать вам грибную красоту из мухоморов. Смотрите, какой большой. С размер телефона. Ну, красиво. И вот они еще молоденькие. Да, осенний октябрьский лес, он очень радует. Приятная прогулка, погулять. Ну, будем дальше собирать, может, что еще повезет. Я представляю, сколько грибов я пропустил в такой листве. Все грибы, которые я нашел, грубо говоря, где-то в 3 метрах от себя. Дальше грибы сливаются с листвой, и тяжело их найти. Но находясь в лесу, я хотел бы сразу передать привет 3 каналам, которые я смотрю. Я считаю, что они очень интересные и познавательные. Это Андрей Лисичкин, я бы назвал его это грибной разведчик. По этому каналу можно определить всегда, какой сезон грибов уже начался. Интересные у него видео, где-то выходят, наверное, даже вот грибной сезон у него начинается с апреля и по где-то ноябрь. Даже и зимой он посещает лес. Также Жека Ровер, этого, я бы сказал, профи своего дела грибного, знает все о грибах, практически все о грибах. Если вы не знаете, как гриб называется, заходите к нему на канал, там очень интересные темы грибные, очень интересно. А также передать привет Ольге Лиман. Ольга, привет. Я смотрю твои видео от А до Я. Темы разные. Для женщин там, конечно, духи больше присутствуют темы. Ну и мужские темы. Все очень интересно. Я бы сказал, если начинаешь смотреть ролик, это смотришь полностью уже, захватывающие. Вот. И, пользуясь случаем, я хотел бы передать тебе, поздравить тебя с днем рождения. Я думаю, что у тебя уже сегодня или было день рождения. Так что, вот, что я тебе могу подарить? Я могу подарить тебе вот этот лес, вот этот осенний солнечный лес. Это все твое. С днем рождения тебя. О,
более, я твой канал начинал смотреть, когда у тебя было еще, если не ошибаюсь, 500 подписчиков. Сейчас уже перевалило за 2000. Вот. Хотел пожелать тебе процветания твоему каналу, чтобы быстрее отметочку перевалить за 10 тысяч. Вот. И пожелать тебе здоровья, счастья, семейного благополучия и больше ярких красок в твоей жизни. С днем рождения тебя! Не смог не снять вот эту красоту, а? Как все это красиво, листочек. Я этого не ложил. Все как природа оформляет красиво, а? Пусть так все и останется, а? Красиво, красиво. Осенний октябрьский лес. Тут немного представил, так бы прийти бы осенью, и вот это все бы дерево полностью было бы усеяно опятами, а? Но в следующем году я постараюсь к этому прийти дереву, посмотрю, может быть и вправду так будет. Больно уж она подходящая для опят. И мхом покрытая, и очень и очень большое. Посмотрим, в следующем году я постараюсь сюда прийти. Ну что ты, лягушка, а? Квакушка. Не хочешь, чтобы я тебя снимал? Ну давай, беги. Все, завершаю я свой грибной поход за грибами. Небольшой грибной урожай у меня есть. На супчик я насобирал. Вот. С погодкой сегодня повезло. Для октября это, конечно, круто. Плюс 16. И насобирать грибы в октябре, в середине октября, это круто, круто, ребят. Вот. Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Я всем рад. Спасибо, что посмотрели мое видео. Всем всего хорошего. Пока.